Всем добрый день, всем добро пожаловать на наш канал в YouTube, друзья. С вами район Махмутлар, друзья, и, конечно, как всегда, компания Арбатом с вами, друзья. Так что, если вы еще не подписаны на наш канал в YouTube, друзья, подписывайтесь и нажимайте колокольчик, который есть с правой стороны, друзья. Очень вкусная квартира ждет вас, друзья. Так что 2+1, 125 квадратный метр, есть вот теннисный корт, есть бассейн, тренажерный зал. И самое главное, друзья, это каждый вторник базар, друзья. Вот это Аланиски, 187 видов овощей, фруктов продаются вот здесь именно, друзья. И море 250 метров, море тоже недалеко, друзья. Еще центр очень хорошо, место расположения. Мне нравится вот это наружу, вот эта красота. В самом деле, друзья, огромный большой вот такой бассейн и детский бассейн тоже есть. И сад балденно, сад балденно. Вот такой еще есть здесь апельсин, лимон и абрикосы. Все растет, друзья. Так что 300 тысяч населения, это пока, но летом в два раза больше, как-то уже туристы переезжают, еще больше, больше. Мы с вами перешли, друзья, забор. Вот эта территория, видите, место велосипед тоже есть здесь. Чужие люди не заходят сюда. И вот такой идет угловой сад, огромный, большой. Давайте, теперь я вас приглашаю, друзья, посмотреть внутри. Всем еще раз добро пожаловать к нам, друзья. Вот сейчас на балконе находимся, друзья. Балкон достаточно большой. Я вам всегда говорю, Турция – это уникальная страна. Турция – это семейная страна. Турция много что-то проще, чем другие страны. Например, друзья, вот соседи, посмотрите, застеклено балкон. Какая красота, уютно. Как еще одна большая комната, друзья. Застеклили, получили еще одну комнату. Вы тоже так же можете здесь. И панорамный вид очень хорошо продувает два стороны, друзья. Юг и север, два стороны. Поэтому хорошо продувает. Если вам нужна дополнительная информация, мы для вас онлайн можем снимать, друзья. Так что давайте, теперь я вас приглашаю посмотреть уже внутри. Здесь зал. Друзья, между прочим, айда 200 турецких лир здесь. В 16 году построен дом и 125 квадратный метр. На третьем этаже это по-турецки третий этаж, по-русски четвертый этаж, потому что первый высокий этаж. Кухня, как я хочу такой, друзья, такой угловой кухни. Здесь тоже есть такое окно, светлая квартира. И как видит, она так продается. Как приятно, да, трогать, посмотреть, как-то качество чистое. В самом деле, все работает, друзья. Все работает. Это вторичное жилье, 125 квадратный метр, духовка есть, вытяжка есть. Вот это все выходит стоимость. Холодильник Samsung, название, друзья, достаточно большой, люстры тоже. Вот это все выходит стоимость. Вот это турецкий сервис, я не знаю, Испания, Дубай тоже так же оператор. Вот такой с мебели продается? Не всегда. И в России как? В России бывает чисто голые стены. А, голый, без ремонта, вот Турция. Поэтому иногда люди сюда приезжают, почему это не так, почему это не так. Я не люблю, как-то человеке что-то постоянно не хватает. Должен человек позитивный, правда? Правда? Да. Иногда говорят, что почему так дорого, почему это не то. Это все хорошо. В Турции все хорошо в самом деле, друзья. Вот стол тоже красивый, еще есть здесь посудомоечная машина, друзья. Вот это все шкаф такой красивый, хороший. Здесь тоже дополнительный шкаф есть. Здесь тоже можно что-то поставить, где аппаратор стоит. И кондиционер тоже есть, телевизор. Все есть, зал. И вообще 125 квадратный метр. Переходит достаточно большой, друзья. Так что здесь слева сторона есть шкаф. Вот это все шкаф еще большой, длинный, широкий, в самом деле, друзья, это перехожая. С правой стороны еще есть здесь вот кладовка. Видите, еще кладовка есть, достаточно уже есть. Общий санузел, достаточно большой. Здесь еще что есть? Здесь
стиральная машина, друзья, стиральная машина достаточно общий санузел, большой душевой кабин, так что мрамор везде, мрамор, я очень люблю мрамор, как-то есть. Так что откуда начнем? Давайте, детская комната, здесь детская комната вот такой длинный, большой, и здесь тоже выход есть, балконы, еще где родительская комната, оттуда тоже выход есть, два балкона есть, друзья, это северная сторона, там юг. Поэтому очень хорошо продувает. Теперь мы с вами попали. Куда попали? На любовь. Мои глазки магнит, твои ручки магнит. Вот родительская комната. И здесь сзади у нас вот такой большой шкаф. Много шкаф, да, на самом деле. Здесь вот еще один санузел, друзья, где родительская комната. Здесь еще один санузел. Все большое, она не узкая. Я люблю как-то свободное большое место, очень люблю. Так что здесь шкаф достаточно большой, длинный. Друзья, люстры тоже отдельно, молодец, хозяин. Люстры тоже античный вариант, очень хорошо. Мебель, если вам не нравится, можете менять. Самый главный не мебель, друзья. Самый главный, как место расположения, друзья. Место расположения очень важно. Балкон тоже посмотрим вместе с вами. Вот длинный большой балкон. Вы даже этот балкон можете засеклить, если вы захотите, друзья. Вот это место каждый вторник базар. Вот это место. Оператор, покажи, пожалуйста. Вот это место каждый вторник базар здесь. Длинный большой базар в самом деле, друзья. Поэтому можем еще... Вот два выхода есть. Детская комната, где родительская комната. Так что... Давай, заходи. С вами смотрели район Махмутлар, город Алания. Район Махмутлар — это где живут русскоязычные люди. Сторону новый аэропорт, друзья. 2+1, 125 квадратный метр, 200 лир, турецкий лир. Айдат, друзья, в 16 году построен дом и два балкона с юг и северной стороны. И теперь придется вам что говорить, друзья. Что? Цена. Сказать? Да ладно, не скажем, да? Пусть они позвонят. Позвонит? Нет. Они нервничают, да? Как-то цена не говорим. Давайте говорим так-то. 85 500 тысяч евро, друзья. 85 500 тысяч евро. Вот это красота, друзья. Это между второй и третьей линия. Море отсюда 250 метров. Море недалеко, друзья. Всем удачи, друзья. Еще раз напоминаю, в Москве будем. Если из вас кто-то хочет и смотрит из Москвы, друзья, если вы хотите встретиться и поговорить, как можно правильно жить в Турции, ваш человек Асым скоро будет в Москве, друзья. Заранее нужно просто записываться для индивидуальной встречи. Когда дата известна будет, мы заранее озвучим. Всем удачи. Пока-пока.